Ну що ж, ми продовжуємо наш ефір. Зараз вже готові спілкуватися з нашими першими гостями. Це Броницький Віктор, програмний директор фестивалю, якого зараз дізнаєтесь, та декан факультету мистецтва та дизайну МГУ Кравець Ніна В'ячеславівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Доброго ранку. Так, розказуйте. Що там за вікном? Спекотно, тому що ми давно зайшли до студії, тут кондиціонер. У нас все гаразд вже декілька годин поспіль. Є сонечко, так? Сонечко є, все хорошо, нікуди не поділося. Ну, будемо сподіватися, що така погода не завадить проведенню прем'єр-фестивалю, тим більше, що це буде вже аж трохи менше, ніж за місяць. У серпні місяці, 10 серпня, стартує прем'єр-фестиваль. Він буде тривати один день, він називається все ж таки «Перший крок», так? Фестиваль студентського кіно. Да. І там ще буде презентація чого? Розповідайте докладніше. Ну, смотрите, это фестиваль студенческого кино. Изначально мы делали фестиваль, который разбрал на работы только те вещи, те работы, которые делаются в профильных вузах в качестве каких-то заданий, либо то, что делают студенты, опять же, для, именно в рамках обучения. Вот. Есть такая специальность 021, уж кому-кому, как режиссеру телевидения, вам должна быть знакома и понятна. Вот, в рамках этого обучающего процесса мы решили, благодаря общим усилиям с нашим МГУ, сделать такой вот курс, который будет называться «Студенческое телевидение», канал 021, «Майстернис, яка змінює світ». Вот. Поэтому, собственно говоря, на этом фестивале, это премьер-фестиваль, мы будем презентовать этот телевизионный канал. Фактически это будет программа, вот мы записали одну программу вот такую пилотную, где вот и новости есть, и спецрепы, и консервы, и вот весь набор, про который вы все лучше меня знаете. Вот. И, соответственно, мы набрали энтузиастов, которые просто, ребята, захотели, пришли. Пришло очень много народу, осталось очень немного народу, потому что все-таки студенты. Ну, студенты, это же, понимаете, ну, когда человек приходит в творческий вуз, он считает, что вот я поступил, сдал конкурс, и потом сразу красная дорожка, софиты. Мільйони доларів. А тут ще треба щось робити, і багато, і тяжело. Ну, я так розумію, що ті, хто залишився, це саме ті, хто потрібні. І от на базі їх ми будемо вже далі, собственно говоря, цю програму перетворювати в життя. Так, що ж все ж таки, які стрічки будуть на цьому одноденному прем'єр-фестивалі? Що ми там можемо побачити? Стрічок от таких от, опять же, не буде. В класичному виді не буде. В рамках телевізійної програми, яку ми будемо показувати, буде кілька стрічок. Потому что, опять же, ну, может же быть на телевизионном канале какие-то... Ну, известно. Вот, поэтому в рамках этого фестиваля это будет. Но это не будет конкурсное, опять же, не стрички, ничего. Это будут программы, расследования, это будут специальные репы. Как, ну, грубо говоря, все то, что есть на телевидении. Все атрибуты телевидения, то бишь... Ми вас не підсіджуємо, ми готуємо вам зміну, тому що це найбільша проблема, коли ти розумієш, що 021 спеціальність випускає людей, а потім вони не можуть пристроїтися на телевидение, тому що, в общем-то, в класичних вузах їх так не учать на телевидении. Учать знімати кіно, учать бути параджановою, це все прекрасно, це все має... Але в теорії. Так, але коли людина приходить просто потім на телевидение, він не розуміє, що йому робити взагалі. Вот это будет практический курс. А розкажіть, де буде проходити цей захід і чи можна туди потрапити глядачам, чи потрібно купувати квитки? Ні, квитки точно не треба. Це гостиниця «Лондон» на Успенській. Я не помню, там 60. На розі з Олександрівським проспектом. Да. Тобто все, що відбувається в цей день, відбувається саме там, в готелі. Зрозуміло, звідки, можливо, приїдуть якісь гості фестивалю просто? Хто будуть це буде гості. І звідки? Будуть гості. Во-первых, я про наших одеських молчу, тому що в Одесі є таке правило, кого пригласив, не прийшов, кого не пригласив, прийшли всі. Приходять більше, ніж хочеться. Вот, давайте про київських. Буде Віктор Андрієнко. Віктор
Петр Андриенко, человек, который сложил в себе эту жизнь. Человек-легенда на телевидении, который делал очень много телевизионных проектов, очень много снимался в кино. В общем, там всего хватает. Будет Сергей Буковский, заслуженный артист Украины, заслуженный режиссер, один из лучших документальных режиссеров, по-моему, уже мира. То бишь, я совершенно не говорю, что это не украинский, это уже человек, который имеет всемирную славу. Будет Алексей Гладушевский, это человек, который был продюсером, насколько вы помните, и «Холостяка», и дальше потом он на СТБ очень много про это, и что-то у него худели там бесконечно. Я всех по его программам не знаю, но, в общем, брендовые программы канала СТБ у него были, потом он ушел на новый канал, и сейчас он возглавил очень интересное направление. Он делает свою вот эту вот платформу и очень много сейчас снимает кино. Сейчас он приезжает из Канн и завернет к нам. Это я про таких самых значимых. У нас есть еще куча людей. Это будет Наталья Константиновна Днепренко, это декан Института повышения квалификации работников телевидения, который при Верховной Раде. В Киеве. В Киеве, да. Много будет народу. Зрозуміло. Так, де можна ознайомитись, можливо, з переліком якихось там подій, з розкладом, чи є якісь сторінки? Де вас знайти в інтернеті? Сайт. Да, набираєте перший крок, і ви одразу попадаєте к нам на страницю. І там, там вся інформація, да. Прийом є, да. Сигнал нормальний. І плюс ко всьому буде на страниці факультету, і Facebook, і Instagram. Так що ми постараємося так, щоб інформація була в доступі как можна более широкому кругу желающих попасть на фестиваль. Зрозуміло. Ну, я так, наскільки я зрозумів, тобто саме оці коронавірусні обмеження і там перетини з Одеським міжнародним кінофестивалем, можливо, якось, вони вплинули на те, що це невеличкий ось такий прем'єр-фестиваль. Чи засмучені ви тим, що це дуже таке собі коротка подія? Ну что, мы не засмущены. Один день вполне нормально для того, чтобы, во-первых, мы, там и будет ретроспектива лучших работ прошлых фестивалей для тех, кто чего-то не видел. А для тех, кто хочет действительно посмотреть, что мы будем презентовать, как раз этого вполне хватит. И мы, опять же, ну, в рамках учебного процесса это очень важно. Это не как бы вот... интересно небольшому кругу-то, по большому счету. Это интересно тем, кому нужны будут потом в дальнейшем эти специалисты, чтобы МГУ не выпускал безработных и чтобы потом не было бесконечных на рабочих этих сайтах требуется, непонятно кто, непонятно зачем. Зрозуміло. Де, як буде, ну, як буде вещать цей канал ТВ-021? Де його можна буде дивитися? Ну, це стрімінгові канали на сьогоднішній день для того, щоб виходити на YouTube, ну, взагалі нічого не треба. Ну, так, між нами. Тобто воно буде на YouTube? Воно буде на YouTube. Далі, якщо дасть Бог, коли воно вийде, ми так підемо, коли воно вийде, ми будемо намагатися вступити з кимось в преступний зговор, з якими-то ефірами, може, програмами, може. Ви ж розумієте, коли дитина приходить після вузу, наприклад, на телевидение, йому говорить: молодец, хорошо, что ты пришел. Вот тебе, вот и занимайся, пожалуйста, вот в этом. То бишь, в рамках этого окопа творить. Вот. А в университете он может делать, что хочет. В этом вся прелесть. Он может сам придумать эту программу, же режиссер телевидения, сам ее раскопать, сам сделать. Есть же куча примеров, когда люди самостоятельно делают какой-то свой формат и дальше потом это раскручивается. Так, 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 звичайно, прикладів дуже багато на нашому телебаченні. А чи будете ви далі набирати студентів? Ось ті, хто не встигли зараз, чи зможуть вони, і тоді як це можна буде зробити? Основна мисль каналу 021, щоб этот канал став платформою для практического овладевания профессией в рамках учебной программы, чтобы на протяжении, начиная с первого курса, студенты могли иметь возможность, естественно, при желании. Поэтому это что-то среднее между факультативом и, наверное, то есть это этого нет в обязательной программе. Поэтому сказать, что все, кто поступил, вы будете там находиться, мы не можем. И, наверное, это и не нужно. Вот, поэтому, да, естественно, мы рассчитываем на каждое новое поколение, которое будет сами желать
а возьмите меня, я могу это, я хочу. И это будет основным, наверное, творческим началом и потенциалом развития телевидения 021. Питання таке виникло, ось, ну, 21-е сторіччя, безліч можливостей, і ті ж платформи, такі як YouTube. Наскільки впливає це на ось сучасних студентів, наскільки впливають ці можливості самому щось зробити і потім завантажити на платформу? Чи полегшує їм це навчання, чи навпаки, що, ну, є класичне телебачення, а є якісь платформи, які, як ви казали, нічого не потрібно для того, аби завантажити туди відео? Мы сейчас войдем в теорию, потому что что значит классическое, что значит стриминговое. Это все очень, очень обтекаемо. Угу. На самом деле студент, если хочет, он и без нашего телевидения все выложит и все сделает. Это по большому счету. Так. Проблема заключается для того, чтобы придать этому всему форму. Угу. И разные мнения, разные концепции, разные видения, разные какие-то вещи. Они должны их, в принципе, понимать. А что касается с режиссерской точки зрения, ну, если даже у тебя есть что сказать, ты должен хотя бы знать, как это еще сделать. Языком экранного какого-то изображения, какую-то историю рассказать. А потом мы берем уже такие страшные вещи про то, как... ну, хорошо, да, классическое телевидение основывается на том, что там, вы должны попасть в событие. То бишь, есть событие, вы его осветили. Бельгии снесли с... дождями стену, туда приехала Меркель, мы про это долго и содержательно рассказывали. Это я смотрел ваши новости. Вот. А есть такая штука, когда мы создаем события. Ну, то бишь, режиссер должен понимать, как... Я вышел на улицу, мне жарко, я решил взять самокат, и у меня сразу родился об этом сюжет. Сколько я заплатил за самокат, куда я доехал, при этой жаре, что со мной было, и дальше. И вот это, собственно говоря, вот это создать события, это основа блогинга как такового. Поэтому это все настолько пересекается, что ну, пускай студенты рассказывают о том, о чем им интересно. И эти молодежные темы. И мы будем поменьше ставить про Меркель. Основная задача. Больше про самокат. Зрозуміло. Бачиш, ти не дарма готувала новини. За тобою слідкують. Так. Ну, так, звичайно, новини ж різні, з різних боків потрібно їх висвітлювати. Давайте все ж таки поговоримо про 10 серпня, о котрій початок фестивалю, де потрібно реєструватися або просто приходити, якщо хтось захоче. Просто приходите, в 3 часа почнеться презентація цієї програми, до цього будет, ну, там с полтретьего мы сделаем маленькую пресс-конференцию. Вас, как СМИ, как медиа, мы приглашаем на пресс-конференцию дальше побыть с нами. Я думаю, что даже на уровне, если вы пришлете кого-то человека, чтобы он просто подсмотрел, что они там наваяли, тоже будет интересно. Ну, это ваше. Это в ньюзрум. Так. Будем пересылать в ньюзрум службу новин. Поэтому это дело такое. И, собственно говоря, где-то 1,5 часа будет длиться презентация. Ну, мы же не можем целый день, как в аэропорту, включить вам телевизор, наслаждайтесь. Вот, поэтому где-то мы какую-то выжимку часа на 1,5 сделаем, а дальше будет уже мастер-классы, обсуждение с мэтром. Что будет интересно круглый еще? Стол, обсуждение, наверное, круглого обсудим, стола. Да? Потому что на втором фестивале у нас был круглый стол, и там всегда поднимаются вопросы среди преподавателей. Потому что, опять же, я говорю, это для профильных вузов. Чему учим? Ну, то бишь, в каждом найти Параджанова, то бишь, очень сложно. Да, вот. Да и не нужно. Вот. Поэтому это чему учим? Давайте дадим какую-то базовую специальность ребятам, что все-таки РТБ. Вот. И вот на третьем фестивале мы презентуем такую программу. Вот, собственно говоря, мы по перший крок, другий крок, третій. А які саме будуть майстер-класи? Можете детальніше? Андрієнко Віктор розкаже про телевидення, Гладушевський розкаже про телевидення. Ті, кому буде цікаво, Сергій Буковський буде розмовляти про кіно і про документалістику, тому що це особий вид іскусства на самом деле. І далі у нас, скоріше всього, ще буде... Настя Буковская, это его дочка, но это не вопрос. У них один из самых крупных продакшенов на сегодняшний день в Украине, который так и называется Family Production. Вот. Но прикол заключается не в том, что они такие, а в том, что они работают исключительно с европейскими компаниями. Ну, например, там снимают рекламу BMW. Сейчас они снимают какую-то рекламу в Польше. Ну, так это для L'Oréal. Поэтому... Да. Это треба почути, с этими людьми треба спілкуватися.
как-то же они построили это все, и там это не вопрос. Она, наоборот, очень долго была по другой фамилии, для того, чтобы не знали, что это ее папа. Вот. А сейчас она уже, конечно, ну, сказала, ну, раз уже фэмили, ну, хай буде гриві. Зрозуміло. Ну, я впевнений, що буде цікаво, і в першу чергу, дійсно, тим, хто хоче пов'язати своє життя і професію з телебаченням. І, мабуть, слід запросити глядачів наших на цю подію і, можливо, вступати до факультету, до МГУ. Будь ласка. Давайте про вступати, тому що зараз йде якраз кампанія. Так. Ну, во-первых, я дополню еще два слова буквально для тех, кто хочет перейти. Поэтому у нас сложилась, наверное, уже можно говорить о том, что складывается, сложилась традиция дружить и кафедрами, которые существуют на факультете. Поэтому в прошлом году мы сделали некий такой, знаете, вот фестиваль искусств, когда студенты кафедры дизайна могли показать свои работы художественные, и студенты кафедры музычного мастерства могли оформить это музыкально. То есть, когда приходят гости, их сопровождает музыка, и прежде чем начнется сам фестиваль или что бы то ни было, какой-то перформанс, мы можем посмотреть картины. В этом году, кстати, они будут представлены на живопись Анна Хита, уже студентка третьего курса дизайна, и Кристина Федорова представит свои фотографии. Это студентка второго курса кино и телевидения. Поэтому, если вернуться к тому, что будет происходить на фестивале, поверьте, это будет и посмотреть, и послушать, и пообщаться, и получить полезный опыт. А для всех, кого заинтересует поступление на наш удивительный и творческий факультет, то, наверное, зачем много говорить и рассказывать, лучше один раз увидеть, чем мы занимаемся, на каком уровне и каким, каким, наверное, стандартам мы стремимся. Угу. Поэтому приходите, все увидите сами. Так, 10 августа с 3 часов дня, гостиница «Лондон» на Успенской. Ждем, будет не скучно. Ось така інформація, анонс. Готуйте свої плани, плануйте дійсно відвідати цю подію. Дякуємо вам величезне. Сьогодні говорили з Броницьким Віктором, програмним директором фестивалю, а також з деканом факультету мистецтва та дизайну МГУ Кравець Ніною В'ячеславівною. 10 серпня, готель «Лондон» на Успенській вулиці в Одесі, прем'єр-фестиваль і презентація каналу 021. Дякуємо величезне. Дякую. Будемо чекати з новими новинами в майбутньому. Ну а ми продовжимо невеличкою рекламою. Дочекайтесь.